Вперед. Шахбалиев у мяча. Разбег. Это удар по воротам. Голкипер справляется. В створ удар наносит. Абакаров Ислам с мячом. Ибрагим Гаджиев. Ибрагим Гаджиев на Гириханов. Гириханов касание. Абакаров штанга. И что это было? Центр поля. Муртазали Абакаров. Абакаров Ислам. Удар. И не попадает он по воротам. Опасная. В войнах. Зайнал Абидов. Скорее всего, разыграет. Нет, это удар. И справляется с этим ударом. Отличный удар от Зайна Лабидова. Пилаев догоняет этот мяч. Неплохо. Абакаров. Андихас атакует. Гириханов. Гириханов сам попробует. Гириханов перекладина. Отличный удар от Гириханова. Снова Нураев с мячом. Возвращает ему Абакаров Муртазали. Ибрагим Гаджиев. Отдает мяч Гириханову. Гириханов дальше на Абакарова Ислама. Ислам Абакаров. Касание, удар по воротам. Еще один удар Муртазалиева. И есть гол. Все-таки закинули этот мяч. Ворота Муртазали Абакаров. Открывает счет в этой встрече. Андихас повел. Благодаря голу 21-го номера. Начинается второй тайм. В комбинацию разыграли такую неплохую. Передача на Сайпилаева. Сайпилаев принимает. Сайпилаев. Последует удар Сайпилаева и прямо в руки Хункерову. Хункеров. Гасан Гаджиев. Абакаров на Гириханова. Гириханов в касании на Муртазали Абакарова. Абакаров Муртазали бьет по воротам и снова справляется. Борьбу выигрывает у Абакарова. Шахбалиев. Шахбалиев, передача дальше на 7-го номера. Шахбалиев с мячом и уже лицом, по-моему, мяч отбивает. С мячом Шахбалиев. Весир Паша Шахбалиев делает передачу на 7-го номера. Атака продолжается. Шахбалиев бьет и в штангу попадает. Ну, комбинация просто отлично. Одна атака Вайнаха. Вайнах атакует. Что здесь? А пенальти попадает по ногам. Абакаров Муртазали. Разбег, удар и забивает Идрис Зайналабидов. Счет становится 1-1. Ну что ж, Вайнах отыгрывает, как бы там ни было. Гарбеков дальше на Абакарова. Отлично играет Ислам Абакаров. Свободный центр у него. Ислам Абакаров с мячом. Ислам Абакаров! Сольный проход Абакарова. Все-таки исправляет он свою ошибку. Спокойно забирает Андихас. Гаджиев, передача на Сайпилаева. Мурат Сайпилаев бьет по воротам, отражает его Хункеров. Этот Вайнах атакует. Гасамбеков с мячом. Гасамбеков бьет и голкипер отражает и этот удар. Отличный эпизод. Такие друг с другом столкнулись. Шамиль Магомедов доработал, забрал мяч. Гириханов. Гириханов бьет! И что здесь? Это гол! Гол Гириханова в ближнюю девятку с правой ноги. На Абдулаева, Абдулаев, Шамсуев. Шамсуев дальше на Абакарова, Абакаров на Ибрагим Гаджиева, Ибрагим Гаджиев. Гириханов из-за боковой подает и завершена эта встреча победой, уверенной победой Андихас. Ну, а